Армавир в очередной раз показал, как широко он может отметить собственный день рождения. Общины подготовили тематические уголки с выступлениями артистов в народных костюмах и угощениями всех кухонь многонационального города. Дню рождения нашего любимого города, значит, мы подготовили, как традиционно, ежегодно, выставили курень, стол казачий, экспозиции начала кавказских войн и Северного Кавказа. И в честь юбилейного года, 70-летия Великой Отечественной войны, вооружение нашей доблестной Красной Армии. Казаки первыми приветствовали посетителей своего уголка хлебом, солью, заздравными песнями и приглашали к столу. Следующими почетных и желанных гостей – вице-губернатора Кубани Джамбулата Хатуова, главу Армавира Андрея Харченко, его заместителей и депутатов городской думы встречали еврейская община и азербайджанское общество. В это время на русском подворье пекли блины и пирожки с капустой. Дети учились писать настоящим пером и чернилами. Рядом дымился шашлык, а армянская община приготовила торт в виде горы Арарат. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь многонациональный Армавир, пожелать крепкого здоровья, удачи и поблагодарить властям города, что, несмотря на такую трудную, как с точки зрения экономической и финансовой год, они старались не упустить и организовать для горожан этот праздник, за что им огромная благодарность. Все общины широко отметили 176-ю годовщину со дня основания города. Песнями, танцами и щедрыми столами, в очередной раз подтверждая, что более 100 национальностей живут в Армавире единой семьей. Инна Лепюткина, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.